И вот я снова на тропе, и воздух в ноздри рвется мне. Как приятно, как приятно утром 7:07 выйти в любимый парк, к родной реке, пройтись, заодно забросить гарпун, а вдруг во время прохода что-то случится. А, великолепное чувство уточкам. Невольно приходят такие мысли, как важно сохранить себя до пенсии, чтобы в это такое благодатное время насладиться по-человечески, не спешить на работу, не зависеть от начальников. Кстати, куда сейчас не кинься, подсовывают такие договоры, вот сколько вот листов, все время ты кому-то там обязан. Гонорар там, допустим, единица, штрафы 100%. Отлично, отлично. Вот, на тропе дышу, хожу, начал свои занятия. Очень хорошо утро. Как только почтальон печки, мне только жить начал, на пенсию пошел. Часы начали тут по-новому, новая программа записывает мою тренировку. Что, что, как? Вот часы, ё-моё. Полет лебедей. Запись идет. Прекрасное время дня, утро. Раннее утро, встаешь, вписываешься в биоритмы природы, получаешь от нее силу. Чувствуешь вот это какое-то великолепие и восторг. Сливаешься с природой, сливаешься с окружением. Мой дружок греется на солнышке, да? Такое чувство единения, силы, мощи, как бы сказать, знания и совершенства. Вот такие вот, вот эмоции меня одолевают, можно сказать. Отлично, отлично, утро. Давненько я не ходил, ну вот начал. Был летний перерыв, а теперь пора опять браться и вперед. И все, что кажется недостижимым, достигается. Устаканиваешься в своих мыслях, эмоциях. Занимаешь свое место в природе, в конце концов, и движешься вперед. Поэтому важно сохранить себя, до пенсии. Да сохранить себя так, чтобы у тебя была возможность. Да, котик, Васька. Ну, здравствуй. Вновь мы вместе, рыбачок. Сохранить себя, чтобы можно было пожить по-человечески. Все-таки цивилизация, которую мы сделали, в которую мы застали, в которую мы вписались, далека от разумности и человечности. Поэтому получается, что каждый должен заботиться о себе сам. Обществу ты и нафиг не нужен. Ну, дальше я не распространяюсь, а то захлестнут эмоции негативного плана. Какая речка. А еще раньше она вообще, ветерка не было. Красота была.
мой гарпун стоит, ждет. А вдруг? Кстати, тут огромное сазанище ходит. Огромное, но если повезет и все сложится, глядишь, и вытяну.